Вы смотрите отзыв об отеле Вилладжи Тони Селла. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Яна, который был в нем в 2010 году. Весной 2010 года было принято решение съездить отдохнуть. Выбор пал на прекрасную страну Италию. Так как ехали с дочкой 3 годика, хотелось к морю. Долго искали подходящее место. Калабрия. Рай. Отличное место для отдыха. Море бирюзовое, чистое-чистое. Отель скромный, но очень ухоженный, персонал очень внимательный. Вообще юг Италии посещает очень мало туристов, в основном все внимание отдают северу, а зря. Мы посетили Сицилия, столицу Калабрии, Реджо де Калабрия, побывали в курортном городе Тракея. 2 недели супер отдыха. Еда отличная, всегда свежие морепродукты. Только положительные воспоминания. Были в Турции и Египте, туда бы больше 1 раза не поехала. А вот Италия достойна того, чтобы в нее вернулись. Рай. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.